Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Квинтекс. Это, друзья, циклер, где мы заходим в цикл утром в 10:30 утра и в 22:30 вечером. Вот. В этом видео хочу поделиться своими результатами. Значит, вот сюда мы вставляем сумму, на которую хотим зайти. И нужно нажать довольно-таки быстро, чтобы попасть в цикл. Долгое время я не могла попасть, но вот мне удалось, как бы. Все замечательно, друзья. Платит автоматом. На Perfect Money. Работает только с Perfect Money. Я вчера не смогла зайти. Сегодня я тоже уже пропустила. Ездила я сегодня утром в город по делам. И вот не смогла войти. Не было у меня возможности. Значит, вот у меня здесь уже сегодня у меня уже отработает цикл вечером. Будет у меня 5 начислений из 5. Пока у меня вот 4 начисления из 5. $20 вот у меня уже заработано. Здесь я вот наконец-таки вошла, закинула 2.20. Вот у меня сегодня первое начисление идет через 24 часа, а последующие каждые 12 часов. И вот у меня сегодня первое начисление 66 центов. Вот. Так, давайте перейдем на Perfect Money. И я вам покажу. Значит, вот комментарий. Вот это все мы видим, да? Еще комментарий о том, что платит. Это все идет у меня и реферальный, и мои начисления. Вот тоже Квинтекс. Это я вкладывала. Опять Квинтекс плюс 21 цент. Ну, вот по копеечке, понемножечку добавляется. Всего у меня уже на кошельке $2.46. Опять Квинтекс 6 центов. 27 центов. Опять 27. Потом плюс 59 центов. Плюс 27 центов. Это уже 10 число, вот 10.07. Все скрины выложу у себя на страничке ВКонтакте. Я сделала скриншот и это все выложу. Вот. Напоминаю, я никого не призываю инвестировать. Это интернет, это риск. Я рискую своими деньгами, у каждого есть своя голова на плечах. Проект мне определенно нравится. Ну, почему не нравится, когда платят? Всего выплачено 2.48 у меня. Значит, здесь суппорт, чат-суппорт, телеграм, то есть суппорт. И обязательно присоединяйтесь в чат. Там выкладываются в телеграм все новости. Присутствует как бы и техподдержка, и администрация, наверное, не знаю. Вот, как бы народ общается, все замечательно. В принципе, на этом все. Минимальный вход был, друзья, 1 цент. Сейчас я не знаю, я еще даже толком после этого города ездила, паспорт подавала, документы мне надо менять, голова аж кругом. Еще как бы не вклиниться, не настроиться на рабочий лад. Еще вот надо будет почитать мне информацию в чате. Я всегда все это прочитываю. Ну, на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.